В главных ролях Кристиан Клавье и Жан Рено. Многим уже знакомы эти нечаянные путешественники во времени. В третьей части граф с оруженосцем отправляются в самое сложное для Франции время – период французской революции. Для предпремьерного показа будут открыты три зала. Кинокомплекс разыгрывает 5 билетов на мероприятие, каждый на 2 лица. Условия простые – нужно быть участником группы «Люксор Сочи» в соцсети ВКонтакте и сделать репост записи о премьере. Те, кто не хочет ловить удачу за хвост, могут приобрести билеты по специальной цене – всего 100 рублей. Сбор гостей 6 апреля в 19:00. Начало сеанса в 20:00.